Всем привет! Сегодня мы готовим маринованные сливы. Если вы никогда не пробовали сливы маринованные, поверьте, это очень-очень-очень-очень-очень вкусно. Для этого нам понадобятся сливы, лавровый лист, душистый перец, бадьян, горький перец, стручковый, уксус и сахар. Количество ингредиентов будет написано в конце видеорецепта. Нам понадобится две емкости. В одну мы будем складывать сливы, в другой мы будем кипятить маринад. Значит, сливы мы выкладываем в мисочку и пересыпаем их лавровым листом, душистым перцем и бадьяном. Еще раз напоминаю, это очень важно. Сливы обязательно должны быть недозрелые. Обязательно. Они должны быть твердые. Именно твердые. Мягкие сливы не подходят. Ни в коем случае. Значит, пересыпаем специями. Вот. Значит, если у вас количество слив больше, соответственно, умножайте количество ингредиентов для рассола, для маринада. Теперь делаем маринад. Высыпаю сахар в кастрюльку, добавляю уксус. Перемешиваю, ставлю на огонь. Когда сахар растворится, все это закипит, я этим маринадом заливаю сливы. Вот сливы пустят еще свой сок к этому маринаду. Это будет как раз то, что нам надо. Теперь я это накрываю тарелочкой, ставлю что-нибудь тяжеленькое, ну не такое тяжелое, чтобы сливы подавились, а просто для того, чтобы не подымалась тарелка. Все, и жду, пока весь это все остынет. Вся эта процедура происходит в течение 5 дней. 5 дней каждый день я сливаю маринад, кипячу и заливаю сливы. За это время сливы напитаются маринадом, приобретут такую более плотную структуру. И когда я буду последний раз заливать маринадом, я в маринад добавлю острый перчик. Добавлю, прокипячу и вытащу его. То есть это будет как бы, в маринаде будет своя такая остринка. Это очень вкусно. Ну, вот я 5-й день заливаю сливы маринадом. Все, сливы готовы. Можете разложить их по баночкам, поставить в холодное место и кушать. Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием, кушайте на здоровье, подписывайтесь на мой канал.